Vox in Desert, голос пустыни, да, так переводится, постановка нашего любимого мэтра, нашего педагога Наби Абдурахманов, заслуженного деятеля искусства Республики Узбекистан. Спектакль очень нестандартный. Не думайте, что сейчас вы увидите там, я не знаю, будете там смеяться, там плакать. Это очень такой спектакль, который заставляет задуматься. Я, например, лично считаю, как уже директор театра, я считаю, что таких спектаклей должно быть побольше, да, для нашей молодежи даже. Тех спектаклей, после просмотра которых, знаете, искусство, настоящее искусство, оно заставляет все-таки задуматься, да. И я надеюсь, что сегодня со зрителями, с нашими любимыми зрителями, как вы видите, сегодня в основном наши гости, наши родные и близкие все, да? И посольство, вот сейчас посольство Белоруссии. Во-первых, я должен сказать, что этот спектакль, вообще сегодняшний проект сделан с поддержкой посольства Израиля, да, что для нас очень важно. С посольством Израиля у нас всегда очень хорошие, тесные связи, они нам помогают, мы за это очень благодарны. Этот спектакль и наш спектакль еще «Мир и столкновение» приглашен на фестиваль. В конце сентября мы поедем в Израиль на этот фестиваль играть этот спектакль и вот «Мир и столкновение». Так что у нас очень бурно так начинается новый сезон. Я думаю, что он будет так продолжаться, и до конца этого сезона у нас будет только интересный новый проект. Спектакль очень нестандартный, да, это пьеса о двух актерах. Пьеса актеров, которые попадают в другую страну, они беженцы. Да? Это очень такая, знаете, тяжелая тема на Западе сейчас, да? Ну и вообще мировая тяжелая тема, тема беженцев. Поэтому, ну какая сцена? Я думаю, вы зайдете, все сами увидите, поймете, какая сцена одна из самых... Конечно, сцена Короля Лира, они там будут играть Короля Лира и Шута. Вот эти сцены, конечно, они вот родные. Я думаю, будет все хорошо, вам понравится.